Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, а на улице Вокзальной. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Смотрите, какие у нас появились лотки для мелочей, аниме. Есть несколько расцветок. Размер 220 на 140 и 52 миллиметра. Изготовлено в России из полипропилена. Какие рюкзачки интересные. И недорогие. Разные расцветки. Серо-голубые тоже есть. Его размеры. Стоит такой рюкзак 349 рублей. Изготовлен из искусственной кожи. Есть и вельветовые рюкзачки. Тоже вот размер. Стоимость такая же. Есть розовые и желтые. А впереди карман. Такой не жесткий, без каркас. Тоже хорошенький. Косметичка такая большая, огромная косметичка. Тоже несколько расцветок. Очень удобно, что все прозрачно, все увидишь, где что лежит. Размер за 249. А сумочка типа банана. Разные расцветки. Розовая тоже есть. А сзади имеется карман на молнии, на подкладке. Размер небольшой. За 349 рублей. Как бы из плащевки. Еще косметички. За 199. Тоже прозрачная. И вот такая, как бы стоячая. Удобная тоже. Также есть разные расцветки. За 199. И вот ее размер. Еще косметички поменьше, чем предыдущая вот эта. Маленькая. Размер, не знаю, увидите, нет, здесь ценник. За 199 и тоже есть разные расцветки. Появился контейнер для косметического мусора. Как ведерочко такое. Ничего себе, 249 рублей стоит. Есть серо-фиолетовый, что ли, цвет и розовый. 249 рублей. Органайзер с зеркальцем. 249 для мелочей. Тоже 249 рублей. Для косметики и аксессуаров белого цвета. И такого вот серо-фиолетовый. Розовый есть за 199. Мегабоксы 10 литров. Габаритный размер 380 на 220 и 170. Имеются клипсы и ручка. 349 рублей такой. Есть маленький бокс, тоже с ручками и клипсами, 149 рублей, 3 литра. Контейнер ведерко. Емкость универсальная, 5 литров, 124 рубля. Ажурные такие картинки с крышкой 22 на 15 сантиметров. Разные расцветки за 99. Опять салфеточки новые. Салфетки из микрофибры 30 на 30 сантиметров. В наборе 2 штуки 59 рублей. Вот это хорошо вытирает. Можно стекла мыть. А это пыль.
Отличные салфетки и недорого. А это скатерти 137 на 274 сантиметра. Скатерть подойдет для столов любых форм. Смотрите, какие нарядные. Как на квадратный, так и на круглый стол или овальный. 79 рублей всего такая стоит. Состав ПЭВА. Мне нравится. Очень много посуды, тарелок, салатников. Вот такая тарелка большая. 26 сантиметров. 149 рублей такая стоит. И тут же лежит такая же поменьше. 79 рублей стоит. Изготовлены из керамики. Вот эти с лимончиками красивые. На тарелке 99 рублей, 21,5 сантиметров. И такой же вот салатник. 124 рубля, 1,1. И вот такая еще расцветка. Я недавно прям буквально их показывала. Что еще здесь новенького? Вот такая тарелка и такой салатник другой расцветки. Раздвижная форма для выпечки. В разъемной форме можно собирать торты и делать эффектные слоеные салаты. Не только выпекать, можно и салаты делать. Сама форма 28 сантиметров, ширина 10, а в разложенном в виде 42 сантиметра. Состав нержавеющая сталь. И стоит такая 199 рублей. И вот таким образом она выглядит. Кружки с лимончиком 350 миллилитров. Есть с клубничкой. С одной стороны рисунок, с другой стороны она белая. И с персиками или абрикосами. Стоит такая 99 рублей. Нарядные кружки. 350 миллилитров, керамика. И стоит всего 83 рубля. Маленькие подносы 22 на 15,5 сантиметров. Смотрите, какой прям маленький. Состав пшеничная солома и полипропилен. И стоит всего 49,50. Вот тоже небольшие, тоже недавно пришли. Подносы 38 на 16,5. Изготовлены из полипропилена. А за 59 рублей. Доски разделочные 250 на 150 миллиметров. Изготовлены из фанеры 27,50. Еще один размер. 185 на 300 миллиметров. Здесь даже таблица мер и весов. 49,50. Еще одна 183 на 300, 49,50. Тоже таблица мер и весов. Доска разделочная 25,5 на 16 сантиметров. Подходит для нарезки любых продуктов. Не впитывает масло, запах и влагу. 62 рубля. Вот две расцветки. И есть доска такая побольше, 28,5 на 18,5, 83 рубля. Суп рисовый, суп с рисовой лапшой. Ух ты, такую я даже не знаю, не пробовала. Традиционный вьетнамский суп фобо с рисовой лапшой. Готовый обед за 5 минут. И стоит он так вот за 125 грамм 124 рубля. А это фунчоза 99 рублей, тоже 125 грамм, под китайским традиционным соусом. Фунчоза под китайским традиционным соусом с грибами шиитаки. 99 рублей. Такой Биг Бонг я тоже недавно показывала, с говядиной соусом. С говядиной, с томатным соусом и с базиликом.
соус и вилка внутри. 59 рублей. А это острая говядина в соусе по-китайски. Лапша быстрого приготовления. Натуральные овощи и кунжут внутри. Соус, вилка. И здесь приготовление немножко по-другому. Здесь надо воду сливать. Если мы привыкли, что воду наливаем, едим как супчик, здесь воду сливаешь и потом добавляешь соус. 49, 50, 85 грамм. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.